Молодой человек! Молодой человек, вы ничего не попутали здесь? Молодой человек! Это частная собственность, это наша лодка. Выйдите, пожалуйста, иначе мы вызовем полицию. Охраняемая территория, молодой человек! Я вынужден выкинуть вас под жопником с нашей территории. Привет. Я не успел даже ему сказать, чтобы он текал с городу, ты его уже завалила. Ты считаешь, что это по-человечески? Это по-утопленнически. Кстати, да. Рассказывай! Дел, как обычно, у нас много, но ты мне скажи серию выживания с Катюхой, когда у нас мало дел. Не-не-не-не-не-не-не. У нас всегда с тобой, Катя, очень много дел. Знаешь, что она мне придавила до начала этой серии? Я хочу лису. Пушистую, рыжую лисичку. У тебя Милка есть. Ну, Милка не лиса, она кош. Кош. Я хочу лису. Так ты понимаешь, что лису нельзя приручить? Ее можно только покормить ягодками, и она убежит от тебя. Ее нельзя приручить. Не обманывай, мне подписчики писали в комментариях. Приручите лису, так что все можно меня обманывать. Да. Подписчики, знаешь, что еще в комментах писали? Приручите панду. А потом ты идешь в джунгли приручать панду, а панду приручить нельзя. Потому что кто-то знает, что можно делать в Майнкрафте, кто-то не знает. Не, как бы, давай начнем с того, то, что мы говорим в каждой серии. Что мы говорим в каждой серии, Кать? Да уже и так всем понятно, что мы читаем комментарии. Вот, и как я всегда говорю, 50% комментариев всегда годных, а 50% комментариев всегда фигня. Сегодня мы решили то, что отправимся в еловый лес. И в этом лесу мы найдем деревню, если, конечно, нам очень сильно повезет. Плюс к этому всему по пути, возможно, мы встретим небольшую лисичку, которую нельзя, Катя, приручить, и тебя обманывают в комментах. Ну... И, естественно, будем добывать очень много тростника, потому что тростник нам необходим для чего? Для того, чтобы мы в предыдущей серии нашли картографа. С картографом нужно торговаться, и в конце концов он нам даст карту, с помощью которой мы сможем найти особняк. Екатерина, не мяукай. Ты знаешь, сколько у нас с тобой уже бумаги есть? Два так. С чем-то стака. Подожди, сейчас я тебе принесу еще чуть-чуть тростничка, и мы сделаем еще чуть-чуть. Ой! Так. Оп, как раз хватило. И у меня в итоге 15 бумаг. Куда нормально, ты? Нормально. Мне кажется, то, что когда мы с тобой добудем примерно, 5 стаков где-то бумаги, вот тогда уже можно будет отправляться к картографу. Давай, выбрасывай все сюда и потопали, Екатерина. Скорее всего, нам опять нужно с тобой будет отправляться на лодке, поэтому наш мастер 2.0 версия Маргарита и Степа останутся здесь под охраной Чебурака и Милки. Мы никогда не сможем на конях покататься, потому что мы живем в океане. Да, потому что везде этот сраный океан. Я еще прочитала, кстати, в комментариях про один челлендж. Мы же с тобой сейчас будем выполнять челленджи подписчиков. Так вот, они сказали построить из морского призмарина, или как он там называется, эту самую, домик для черепашек. Да откуда мы тебе сейчас морской призмарин добудем? Да это нужно идти в тот данж подводный, да, там, где вот эти шипастые рыбы. А мы туда пока что не будем направляться, пока у нас не появится там хотя бы алмазная... Опа, Ярик там прыгает! Пока у нас хотя бы не появится алмазная броня. А вот после этого мы уже туда отправимся. Катюха, 3 Ярика! Там один и там один! 3 Ярика в одном месте, прикинь? В охоту. Ага, ну давай, естественно, давай еще ты начнешь дельфинов убивать с этой серии. Черепах тебе мало, да. Карасиков убиваю. Вон они, карасики. Оп, зачем их удочкой ловить, если их можно убить вот так вот? Ярик, укуси за задницу ее! Эй, Ярик! О, Ярик, дратвуй, на рыбку, на, держи. Так, подожди, Чебураку нужно немножко синий красивее, что ли? Все, ты опять мальчик. Только попробуй что-то. Только... Кать! Не смей! Нет! Я не пущу! Не пущу! Не трогай! Только посмей... Кать! Не надо. Одумайся. У меня сердечко одно осталось. Не убивай меня, пожалуйста. Ты опять баба, Чебурак. Хватит звездорасить моего собачуру! Он мужик! Ну, по крайней мере, должен им быть, но что-то Катя не хочет, чтобы он был мужиком. Ладно, все, давай, меньше разговоров, больше дела. Отправляемся в поиски чего-то интересного. Боже ж ты мой, я не понимаю, что это морское чудовище делает. Посмотри на Ярика, что он здесь вытворяет. Я думала, ты про меня. То есть ты морское чудовище?
Нет, ты, ты посмотри, как он здесь летает просто. Это вообще нормально? Ты смотри, что он делает. Ярик, нифига, прыгун. Сейчас прыгу. О, смотри, опять начал. Опять начал туда-сюда просто за секунду. Просто не хочет, чтобы нам скучно было. Путь! Далекий путь! А походу Ярик нас сопутствует в этом пути. Вот так. Парковочка! Мясничок. Вылезай. Так. Слушай, почему мы с тобой возле дома не построим еще больше тростников? То есть, чтобы больше росло, а то у нас там как будто лимит какой-то установлен и все. Ну, чуть-чуть позже построим, сейчас не надо же так много тоже его выращивать. Чуть-чуть позже построим, да и как бы сейчас это же не самое главное. Мы отправляемся, я не знаю, куда мы отправляемся, это север. На севере мы с тобой, Катюха, ни разу не были. Хоть мы как бы уже и плавали весь океан, который там вокруг нас. Но сюда мы отправлялись только один раз, в самом начале, когда мы нашли башню вот... Минусовичка. Да ой. Уйди ты, да подожди, да я на деревню залипаю. Кать, посмотри вперед. Ты, если честно, я ничего не вижу, потому что темно, дай фонарь включу. Ничего не вижу. Еще один включи, еще один фонарь. Еще один включи фонарь. Вот там впереди! Так, надо цветочек взять, чтобы потом опять Чебурака перекрасить. Вот, побежали! Ты видишь, там костер горит? Нет, если честно, не вижу. Ты хотя бы что-то в этой жизни видишь? Нет, я вообще ничего не вижу. Береги костер, вот там, а, видишь, вот, дым. Вижу. Вот мы здесь, походу, не были. Потому что та деревня, которая была за башней бандитов, она находится намного дальше отсюда. Поэтому иди сюда, если увидишь лису, кричи прям во все горло. Хорошо? Изумрудики нам нужны. И, Кать, проверяй, пожалуйста. Опять вы, что да? Что-то... Подожди. Там, по-моему... Чё, опять зомби-апокалипсис или что? Да! Здравствуйте! Два, три! Где еще? Да нет, все нормально. Все, это не зомби, это мини-зомби-апокалипсис был, да? Лопату отдал! Лопату! Или что он там делал? Кать, нет, все же это зомби-апокалипсис! Да! Да внутрь! Да! Да, нет, я спасу тебя! Я спасу! Задницу ты меня не спасешь, потому что у меня два сердечка! Давай! Вот это... Ля, ты как... Ля, какая разбойница! Она реально меня спасла! Подожди, стой! Ребенка-то зачем бьешь? Да это не ребенок, это хрыч зеленый! Ой, тут маленький ребеночек. Здравствуйте, молодой человек. Давайте я вас спущу отсюда, а то вы, кажется, здесь немножко застряли. Маленький ребеночек? Да, спит там. Ля, я такой дом еще не видел, чтобы здесь была двухспальная кровать. Опа, печка. Здесь ничего нет. Хорошо. Колокольчик, это ты звенишь? Нет. Это не ты звенишь? Нет. Это ты звенишь, дурачок, я вижу тебя! Спалили! Спалили! Начинается! Не бей, у меня полтора сердечка, ты чё разбуянилась, мать? Двойная дверь, ты смотри, двойная защита, двойное проникновение. Опа, еще один. Пошли. Какое двойное проникновение? Двойное проникновение в дом. Вот смотри. Да... Ну зачем я тебе говорю, у меня полтора сердечка? А пока Катюхи дома нет, можно немножко Милку утопить где-то. Пошли, Милка. Ты пошли. Там офигел? Пошли, твоя мать... В смысле утопить Милку? Твоя мать надо мной издевается. Давай, выходи на улицу, она же сейчас не сможет так быстро домой вернуться. Давай. Не трогай Милку! Давай. Ладно. Я сейчас себя убью. Не надо. Все, я не живодер. Я наоборот Милку покушаю. Все, давай. Так, тут нифига нету. Эдисон, записывай больше серий с Катей, А Катя все, что делает в этих сериях, это просто берет и меня убивает. Еще два изумрудика нашла. Молодец ты, большой молодец. Ну, говорю, опа, коптильня. А зачем коптильня нужна, Кать? Чтобы коптить. А что коптить? Мясочко. Мясочко коптить. Опа, или тебя. Ягоды, меня коптить не надо, пожалуйста. Напиши в комментах. Алмаз! Не пиши в комментах алмаз, это вообще две разные фразы. Ты алмаз нашла? Да. Где? Я здесь нашла алмаз. Где? Какой дом, я тебя не вижу. Вы Катю видели?
Он Катю не видел. Да, я посерьёз... О, здравствуйте. Алмаз! А в каком... Алмаз! В каком доме он был? Да я не помню, вроде вот в том, в каком-то, в дальнем. Не... То есть, подожди, у нас дома два алмаза и здесь один алмаз. Опа, железо! Забирай, забирай, забирай все, что здесь есть. Старое, в принципе, можно уже выбросить. Mm-hmm. Заменим. И вот так тоже заменим. У нас дома два алмаза, здесь у тебя один алмаз. Это получается то, что мы тебе сможем скрафтить, Катюха, наконец-то, наконец-то алмазную кирку. И даже пока ура! Что шахту даже пока что еще не надо отправляться. Ладно, Екатерина, мне кажется, что всю эту деревню мы с тобой облутали, поэтому отправляемся глубоко-глубоко в лес. И, возможно, там мы с тобой сможем найти лесу. Так, алмаз это, конечно, хорошо. Но... Я хочу лесу. Ты помнишь об этом? Помню, поэтому я тебе и говорю то, что давай отправляемся с тобой в лес. Они, скорее всего, там обитают. Хоть помнишь, в прошлый раз мы с тобой видели лесу как раз-таки в деревне. Она где-то вот здесь рядом бегала. Да, я помню, что даже несколько лисичек было. А сейчас задницу на место стала нашив. Стой на месте, собака! Я ж тебе сказал, стой на месте! Почему ты меня не слышишься? Когда я тебе говорю, стой на месте, стой на месте! Встань на чертовы ядрить, колотить shift и подойди ко мне, пожалуйста. Там такая маленькая лиса, то что твоя мимимичность сейчас через все проходы вылезет. Давай, иди сюда. Да погоди-то, я даже не взяла чем кормить. Да, у меня только две сладкие ягоды, ёханый баба, я чё-то так мало. Но я надеюсь, что мы хотя бы сможем вот ту малюточку выкормить. Ты видела вот ту маленькую, которая была? Или нет? Я видела двух лисичек там рядом, они, наверное, братик и сестрёнка. Нет, это мама и дочка, она была большая. Братик и сестрёнка. Стой на месте, она вот здесь за деревом, смотри, видишь? Нет. Подойди сюда ближе. Смотри, там ухо торчит. Не или вижу. Это, или это задница, вот смотри. Там между деревьями смотри. Иди сюда, Дуримон, да иди туда! Вот они! На шифте, подойди, они не видят меня. Тихо. Они спят. Какая маленькая. Даже мне 24 года мужик разговаривает вот так. Ты смотри, какая маленькая. Так, давай покормим. Это самое милое, что я видела вообще в жизни, они спят. О, только попробуй лайк на эту серию не поставить. Я не знаю, что я сделаю с тем, кто лайк на эту серию не поставит. Но ты посмотри, какая мимимишность. Только не говори, что ты каждый день такое видишь. Так, подожди, давай мы их не будем трогать. Давай отойдем. Ты мне дай ягодку. Да, подожди, так как раз таки я это и говорю. Пускай они там спят. Мы отойдем немножко, добудем немножко ягод и потом вернемся. Хорошо? Только... Тут нет ягод. Ну да, давай мы запомним, где они находятся. Давай за мной. Все, можешь шеста слазить. Будем бежать только прямо, чтобы потом не потеряться. Бежим прямо и потом также обратно назад. О, я нашел ягоды и лисички сейчас промокнут, Кать! Я нашел еще одну лисичку! Их две здесь! Ладно, давай отправимся туда, к старым. Так, я тебя потеряла подожди, уже. Подожди, только не бойся. Я понимаю то, что дождик не вовремя начался, и там где-то эндермен вроде гуляет, или мне показалось. О, сколько здесь ягод! Короче, я стою на месте и жду тебя, потому что я боюсь потеряться. Да, сейчас стой на месте, я сейчас уже вернусь. Так, у меня есть, короче, 26 ягод, мне кажется, то, что их хватит, поэтому я сейчас тебя найду, никуда не рыпайся, мать. Ёперный театр, ты чё меня пугаешь? Давай за мной. Куда с тобой? Давай за мной. Я так боюсь дождя, ты просто не представляешь. Тихонечко, за мной. Убей Игоря вот этого дотошного. Давай за мной. Вот этого? Молодец! Сзади еще один мистер Крипер, Игорь! Мистер Крипер! Ёперный Канди Бобер, давай за... Ты видел, как Игорь подлетел от мистера Крипера? Тихо! Я сзади ягоды выкинул, Кать! Сзади ягоды! Подбирай ягоды. Ой. Тихо, ёперный театр, как будто ты шпион, Катя. Я шпионка. Куда они убежали? Они только что здесь были! А вот они, тихо! Тихо, сзади дома. Тихонечко, ну мы же вас покормить, иди сюда, маленькая, иди сюда. Давай. Опа, Кать, корми мелкую! Да хватит меня пить, Игорь! Корми мелкую! Да отстань ты! Гомункул ходячий! Давай.
Опа, держи, держи, держи. Держи, корми меня. Я не могу покормить их. Да ты правой кнопкой тыкни на маленькую, пожалуйста. Да не сажай ягоды, а на маленькую тыкни правой кнопкой. Да вы заколебали меня уже. Ты офигел, я хотела лисичек покормить. Пока Катя в этой серии не покормит хотя бы одну лисичку, на этом серия закончена не будет. Потому что если она это не сделает, то после записи этого ролика она меня просто на кусочки разорвет. Да кого разорвет-то? Я сама не могу покормить, я вообще... О! Да не сажай ты ягоды на неё, ты... Она покормила, ты смотри, она возле нас, она даже не убегает! Рыжая ты, вонючка, наконец! А зачем ты ее нюхаешь, а? А чё она воняет? Да ты не нюхай ее и вонять по... А-а-а! Мистер Крипер! Собака, ты почему так подкрадываешься с задницы? Все, миссия выполнена, я покормила. Теперь я понимаю, что они не приручиваются, можно полить. Иди сюда, я тебя еще раз покормлю. Иди сюда, лапотка такая маленькая. Ой, ты смотри. Ой, посмотрите на него какой. Я ее еще раз покормил! Все, миссия выполнена, реально, сейчас можно вылить. Все, ты удостоверилась в том, что лису нельзя. О, смотри, сделали хорошее дело, сразу и перестала греметь, и сразу же дождь прекратился. Это все великие чары волшебные лисьи. Это все видит бог Майнкрафта, поэтому... Ой, еще одна лисичка. Ты смотри, сразу все, знаешь, как голуби. Одного голубя кормишь, сразу все прибегают. Так же и лисы. Ну, только наверное. С лисами. И я еще одну покормил, три лисы! Иди корми, иди корми! Корми. И там еще одна, еще дальше пройди. Вот туда. Четыре лисы. Я... О! Романтический ужин, мы их... Ты только что скукурузила две лисы, и они маленькую выкакали. Ну, в смысле, родили. Я лисья мать! Я лисья мать! Ты лисья мать! В Игре престолов мать дракона, в этом, в серии Эдисона, мать лис. Хорошее дело сделали, можно отправиться и к своим сыновьям, Чебураку, Милке и остальным. К своим сыновьям. Милка вообще-то моя дочь. Ну и дочерям тоже. Хочешь, поспою свою фирменную песенку? Ну давай. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать не что. А почему? А потому дальше не помню слов. Жить одному. Знаю. Верю. Налево, направо, вот, да, туда прямо. Дай налево, это право, налево. Вот, да, прямо плыви. Это не прямо, это лево, Кать, ядрить, да вылезет из этой лодки. Прямо плыви. Да. Мы почти приплыли. Мы? Ты сзади меня, что ли? Я не знаю, где наш дом. Помоги, пожалуйста. Ты чё, угораешь, что ли? Не, а, вон он. Милка, у тебя не мама, у тебя Дуримонда Петровна просто. Подписчики мне дали два челленджа. Первый челлендж связан с лодкой, второй челлендж связан с садом. Поэтому смотри. Подожди. Пошли. Подписчики говорили то, что это невозможно, но я им докажу то, что это возможно. Точнее, они говорили, чтобы мы прошли с тобой этот челлендж. Пошли в ад. Пошли быстренько. В ад? Давай быстренько, это всего лишь 2 секунды. Давай. Эдисон, это невозможно. Эдисон, это нереально. Все реально. Давай. Спи ты на этой кровати, я сейчас на своей посплю. И зачем это сейчас произошло? Ты там смеешься? Алло. О, зато здесь тростник есть. А, да.